Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 30 років без приміщення. Що не влаштовує театр «Віримо» і як йому допомогти, сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» засновник і художній керівник театру «Віримо» Володимир Петренко та голова художньої ради при міському голові, заслужений діяч мистецтв України Григорій Гельфер. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Добрий день. Добрий. У цьому році театру «Віримо» виповнюється 30 років, така визначна цифра. Перед тим, як ми почнемо говорити про приміщення для театру, я хочу звернутися до вас, пане Володимиру, щоб ви розказали нам так трішки історію, зробимо невеличкий екскурс у минуле, у 1991 рік, як усе починалося, як створювався театр. Театр создавался таким стихийным движением снизу, то есть возник сначала любительский коллектив театр, молодежный театр «Студия Верим» на базе городского дворца детей и юношества, а в декабре 2002 года, то есть спустя 12 лет, нас, как это сказать, взял под крыло городской совет и учредил уже театр «Верим» как коммунальный заклад культуры. Расскажите, чому ж за такий довгий період досі немає власного приміщення? Ну, во-первых, потому что есть арендное помещение, да, мы на самом деле как бы не на улице находимся, мы по-прежнему работаем в городском дворце детей и юношества. С вопросами помещения я, наверное, обращался еще к разным мэрам, несколько раз точно обращался, но то война, то революция, то пандемия. И так сложилось, что вопросы культуры кажутся вопросами, которые находятся на периферии внимания городских властей. Пане Григорію, хочу звернутися з цим же питанням до вас. Ви як представник влади, у нашому випадку, як голова художньої ради при міському голові, прокоментуйте таку ситуацію, чому? Ну, я, во-первых, хотел, чтобы вы меня воспринимали, прежде всего, как коллегу Володя, потому что я тоже руководитель театра КВНДГУ, который тоже не имеет помещения. Но у нас немножко другая ситуация, поскольку мы создаем в основном телевизионный продукт, то, скажем, не так страдаем. Что касается театра «Верим», то, наверное, практически с первых его моментов существования в профессиональном статусе я зритель, любитель этого театра и его поклонник. А если говорить о том, о моем статусе как представителя власти, да, я депутат городского совета, в первую очередь, и руководитель художественного совета при городском голове. Ну, те возможности, которые имеет художественный совет, они, конечно, спасибо депутатскому корпусу, спасибо Борису Филатову, они достаточно значительные, но все-таки не такие, чтобы мы могли, например, решить вопрос с помещением для театра. Это, очень серьезные вопросы. Мы можем только поднимать этот вопрос, настаивать, привлекать общественное внимание, приходить на пресс-конференции с тем, чтобы рано или поздно этот вопрос решился. Я, безусловно, считаю, что театр «Верим», он своей деятельностью творческой заслужил право находиться в городском помещении, именно предназначенном для этого театра. Я знаю, что есть сейчас разные проекты, сейчас освобождаются какие-то помещения в городе, они могут перепрофилироваться. Я думаю, что просто мы будем акцентировать особенно теперь внимание на том, что нужно уже на четвертом десятке лет театру «Верим» помочь с обретением своей крыши. Дякую за відповідь. Володимир Євгенійович, розкажіть, будь ласка, які взагалі незручності виникають як у акторів, як у вас, як у художнього керівника через відсутність власного приміщення?
Ну, мы об этих неудобствах говорим в каждом нашем посте, в каждом видеофильме, который сейчас выкладываем в соцсети. Коллектив общей численностью 35 человек, да, по сути, ютится в одной-двух комнатах дворца. Например, мой кабинет директора художественного руководителя одновременно является складом декораций, там, реквизита. Актеры репетируют, обедают, танцуют, занимаются йогой, отдыхают между спектаклями тоже в одной комнате. Вот 20 человек, которые, наверное, вы уже, да, это, наверное, что-то похоже на коммунальные квартиры, но даже они имели перегородки. А у нас есть хорошая, одна большая, 100 квадратных метров комната, в которой мы живем с утра до вечера, вот, всем своим дружным коллективом. Отсюда все сложности. Прежде всего, невозможность параллельно репетировать несколько проектов. Да? То есть мы не можем, потому количество премьер от этого уменьшается. Мы бы хотели выпускать больше премьер, мы бы хотели играть чаще, но условия аренды, а сейчас вообще закрытие большой сцены дворца в связи с карантинными мерами не позволяет нам этого делать. И я рад, что зрители очень активно сейчас поддерживают нас, голосуя за нашу петицию, потому что это, ну, доказывает, что культурные проекты для жителей Днепра, в общем-то, мы сегодня стоим на первом месте по сбору подписей. И мне кажется, это очень важно, что мы не голосуем там за латание дыр на дорогах, за реформацию там больниц или каких-то транспортных маршрутов, а на первом месте сейчас в городе Днепре прекрасная петиция, да, о выделении здания для театра. Я вспоминаю финал фильма «Курьер», когда герой давал своему другу пальто, говорит: «Ты мечтал о пальто, вот тебе пальто, и мечтай о чем-то большом». Вот. И то, что в миллионном городе сейчас граждане активно поддерживают именно строительство театра, это здорово. Пане Григорію, скажіть, будь ласка, якщо я не помиляюся, останній раз, коли я дивилася, було зібрано вже приблизно десь 1000 голосів. Так, зараз около 1000. А потрібно 3000. Якщо буде от така можливість все ж таки приміщення якесь або виділити, або збудувати нове, чи буде влада чекати, коли ці 3000 повністю зберуться, або все ж таки от вже зараз роздивляється якийсь проєкт? Во-первых, ну, 3000 подписей и даже 30 тысяч подписей, они, ну, все равно они не превращаются в здание, это немножко другая история. Просто то, о чем говорит Владимир, это говорит о том, что, ну, это для людей важно, чтобы театр, который они любят, имел свой дом. А что касается того, то есть, и, безусловно, если наберет петиция или не наберет, все равно о ней уже говорят, и говорят о том, что есть такая проблема, ее надо решать. Но эта проблема была, в общем-то, известна и до этой петиции, просто, может быть, это придаст определенный импульс. Я еще раз говорю, это надо очень тщательно смотреть, ну, потому что построить здание, ну, это очень, скажем, очень непросто, а, скажем, найти какое-то здание, которое сейчас является городской собственностью, и превратить его в театр, мне кажется, это более, ну, реалистический путь. И, ну, будем идти, я как член комиссии по культуре, образованию и молодежи и спорта, буду и через комиссию, через свои какие-то депутатские заявления, ну, эту тему поддерживать и актуализировать. Я думаю, что 40-летие театра мы точно встретим в новом здании. Ну, трішки залишилося почекати. І все ж таки, от дивіться, якщо петиція набирає 3000 голосів, я розумію, ви правильно зазначили, що підписи, голоси, вони не перетворяться у будівлю. І все ж таки, що буде далі, які дії?
Ну, я думаю, что дальше по процедуре, значит, этот вопрос будет озвучен на сессии, значит, то есть будет обозначена его актуальность, и дальше соответствующим департаментам будет дано поручение проработать этот вопрос и выйти с предложениями. То есть, то, о чем я говорил. Ищите, например, те здания, которые стоят на балансе города, чтобы рассмотреть вопрос о возможности их обустройства под театр. Потом, скажем, будет приглашен Владимир Евгеньевич, ему скажет: вот смотри, Володя, вот есть такое здание, такое. Выбирай. Он говорит: это там далеко, это, значит, там маленькое. Короче, это уже рабочий процесс. То есть то, что он начнется, безусловно. Понимаете, то, что вот эта петиция сразу сотворит чудо, это не так. Пане Володимиру, скажіть, будь ласка, я знову ж таки розумію, що зараз на прикметі якихось конкретних будівель немає, і все ж таки, на що розраховуєте? І очевидна відповідь на питання, але все ж таки, які можливості ви очікуєте отримати від нового майданчика? Согласен абсолютно с Григорием Аркадьевичем, да, мы прежде всего ожидаем политического решения, то есть включения этого вопроса в какую-то активную повестку дня, не вспоминание этого в Международный день театра. Для нас включение его в повестку дня, даже в сессии городского совета, это важно, и это поддерживает нас в нашей вере, в театра верим, и в понимании того, что наша работа важна для города. Если никто не собирается размахивать этими 3000 подписей, а перевести это в русло конкретной работы. Все. Не можемо оминути ми тему таку сьогоденну з приводу карантинних обмежень, пандемії, локдауну. Ви сказали, що чудово, що дніпряни підтримують театр, збирають активно ці підписи. Як взагалі сьогодні театр живе без повного наповнення залу? Як працюєте в умовах карантинних обмежень? Ми працюємо ізо всіх сил. Но сами понимаете, что количество сыгранных спектаклей пока что для нас не переходит в количество заработанных средств, которые нужны для поддержки дальнейшей работы театра. Потому что ограничение. Мы сегодня играем на 40 зрителей. Это все, что мы можем согласно законодательству. Еще раз повторяю, потому что закрыта большая сцена дворца. Это не есть там чьи-то происки, это просто юридические нормы, да, дворец детей и юношества считается детским учреждением, и туда вход взрослым запрещен, так же, как запрещен он сегодня в средние школы, в садики, все взрослые ждут снаружи своих детей, и точно по этой же причине закрыт большой зал большая сцена дворца. И сколько она еще будет закрыта, неизвестно. Но даже если она откроется, мы там, согласно договору аренды, мы имеем право играть там 4 спектакля в месяц. Это мизер для театра с нашими амбициями и с нашими планами на будущее. Які настрої взагалі у акторів, тому що, мені здається, вони найбільш гостро відчувають відсутність повного залу, чи все ж таки вже за рік карантинних обмежень звикли пристосуватися до того, що відбувається? Обострені всі чувства, як чувства дискомфорту, так і чувства радості від того, що ми желанні, нас хочуть, на нас розкупають білети. Це приємне відчуття. Тобто тут дві сторони медалі. І також ми страдаємо від того, що не граємо на сцені наші кращі спектаклі. Ми не граємо ні просту історію, ні самоубійцю, ні забути Герострата. Ті спектаклі, які дуже любив наш зритель. У вересні вам виповнюється 30 років. Як плануєте відзначати ювілей? Чи є вже якісь плани на цей період? Как это сказать? На фундаменті нового здания плануємо встретити 30-летие. Які взагалі, що чекати глядачу у новому сезоні? Чи готуєте зараз якісь нові вистави? Можливо, є що проанонсувати?
Да, мы сейчас готовим спектакль 2021 год, это год Лесі Українки, и мы готовим спектакль по пьесе «Оргия». Этот проект обещает быть совместным с Украинским культурным фондом, сейчас идут переговоры по финансированию его, и согласно нашего проекта, это премьера спектакля в Днепре и прокат его в 10 городах Украины в рамках проекта УКФ. Що ж, будемо чекати з нетерпінням нових від вас вистав. Хочу, щоб ви, підсумовуючи нашу прес-конференцію, розказали, як може кожен дніпрянин допомогти театру, що зробити, аби звернути увагу на петицію та на вашу проблему. Ну, нужно быть активными участниками наших страниц в соцсетях, потому что мы стараемся там объяснять очень пошагово. К сожалению, сайт электронных петиций не совсем качественно работает, потому проголосовать удается людям после многократных попыток. Мы сейчас размещаем инструкции, самые подробные инструкции, как все-таки удачно проголосовать, потому что люди жалуются, они тратят по 30 минут, по часу. Вот сегодня мы ищем пути разъяснения, как работать с этой программой. Так что посещайте наши сети, наши спектакли, где мы тоже прям в ручном режиме помогаем зрителям голосовать. Это отдельный спектакль. Да. Заполняем петицию, называется. Да. Пане Григорію, теж вас прошу зробити такий підсумок. Як зазначив Володимир Євгенійович, то 30-річчя вони планують святкувати на фундаменті нової будівлі. Які шанси? Ну, я розумію, про шанси говорити це так. Ну, смотрите, у нас на самом деле есть достаточно такая амбициозная программа, программа мэра «Культурная столица», и мы ставим перед собой цели получить статус культурной столицы города. Вот Владимир Петренко тоже член художественного совета, мой коллега в этом смысле, и безусловно мы поддерживаем многие театральные проекты, в частности, вот был совсем недавно состоялась премьера спектакля, моноспектакля про Елену Петровну Блаватскую в музее истории Днепра. Вот, то есть, как бы театральные проекты мы поддерживаем в рамках культурной столицы. Значит, сейчас просто у программы «Культурная столица» появляется еще одна, ну, такая серьезная задача – оказать максимальное содействие в том, чтобы театру «Верим» было на каком фундаменте праздновать свое 30-летие. Що ж, вдячна вам за відповідь, вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про те, що не влаштовує театр «Віримо», як йому допомогти і чому за 30 років вони існують без власного приміщення. Говорили нам про все це наші сьогоднішні гості, засновник і художній керівник театру «Віримо» Володимир Петренко та голова художньої ради при міському голові, заслужений діяч мистецтв України Григорій Гельфер. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!